В библиотеке имени Пушкина состоялась встреча молодежи с австрийским поэтом и перформером Робертом Проссером. Свои произведения на немецком языке читают его 12 учеников. Севара Касымова – одна из них. Девушка мечтает стать журналистом и надеется, что увлечение поэзией ей в этом поможет. Мое стихотворение о любви, о том, как я хочу путешествовать со своим любимым человеком. А почему стихи именно на немецком? Почему не на русском? Почему не на казахском? Почему не на немецкий язык вы выбрали? Я выбрала немецкий язык, потому что хочу обучаться в Германии, поэтому учу немецкий язык уже довольно продолжительное время. 2 дня абсолютно точно прошли для нас не зря. По крайней мере, я знаю, что для того, чтобы написать стихотворение, мне нужно придумать идею, придумать картину, что я хочу сделать, как ее обрисовать. Стихи Роберт пишет со студенчества. Темы его произведений самые разные, так же, как и жанры. Поэт рассказывает, что нужно уметь не только сочинить, но и оригинально подать произведение, интонацией, голосом передать свои чувства и настроение. Er schaufelt, bis ein Loch in euch ist, schwarz und feucht, und da legt sich rein als Lüge von wegen Auferstehung, die das blutwarme Innere eines Menschen ist. Also. Южан, австрийский поэт, считает творчески одаренными личностями. Das finde ich sehr spannend. Also da zum Beispiel das weiß ich, das kenne ich. Молодежь вашего города немного стеснительна. На первых уроках некоторые очень смущались и боялись публичных выступлений, но все-таки увидел в них по-настоящему творческих людей. Вообще творчество казахских акынов мне очень импонирует. Я считаю, что у музыки и поэзии много общего, и акыны это показывают. Каждый желающий мог взять на память привязанные к шарам стихи учеников. А вот насладиться творчеством юных дарований мог только тот, кто знает немецкий. Молодежная редакция телекомпании ОТРАР запаслась товарями и приступила к изучению языка.